Кризис в российской экономике из-за конфликта на Украине и новых санкций может продлиться около 3 лет, заявил миллиардер Олег Дерипаска на пленарном заседании Красноярского экономического форума. Его цитирует ТАСС: «Кризис минимум года на 3. Жесточайший, умножайте кризис 1998 года на 3», сказал бизнесмен, выразив уверенность в том, что выход из ситуации будет. Дерипаска также призвал поддержать население России, которое, по его словам, ни в чем не виновато. Западные страны начали вводить новые санкции в отношении России на фоне спецоперации на Украине, о которой объявил президент Владимир Путин 24 февраля. В частности, США и Евросоюз, ЕС, ввели ограничения против нескольких российских банков, в том числе ВТБ, Открытие, и отключили их от системы SWIFT. Также санкции коснулись Госдолга и операций Центрального банка. 3 марта депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт назвал антироссийские санкции ошибочными. По его мнению, они повлекут за собой долгосрочные сбои в торговых отношениях с Москвой, которая является важным торговым партнером Берлина.